Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Я прямо сейчас нахожусь на отдыхе в отеле, поэтому я буду говорить максимально тихо, потому что мои соседи меня могут прибить. Сейчас, ребята, 2 часа ночи. Прямо сейчас прожмите лайкусик, потому что я узнал срочно новости про обновление 0.22.0. Оно может выйти в любую секунду, оно может выйти даже прямо сейчас. Поэтому, ребята, если вы ждете обнову прямо в эту секунду, подпишитесь на мой канал, прожмите лайкусик, ну а мы начинаем. Чисто такое ощущение, как будто я владелец цветочного магазина. Короче, ребята, вы не поверите, но разработчики на своем официальном сайте выставили новую статью, что будет в новом обновлении 0.22.0. Давайте все посмотрим максимально детально, потому что, пацаны, я просто в шоке. Короче, смотрите, что разработчики решили добавить. Теперь будет больше 50 уровня в игре. То есть они добавят, что теперь можно будет качать стендов до 90 уровня. Как же это круто. И знаете, что самое крутое? То, что можно будет получать за все это награды. То есть смотрите, если вы, например, 47 уровень, вы получаете серебро. Вы 48 получаете бокс. 49 получаете обратно серебро. 50 уровень вы получаете скин М16. Как же это классно. И знаете, что самое крутое? То, что все эти скины будут максимально эксклюзивными. Например, рамку за 55 уровень вы не сможете никак нигде получить. Просто ее никак нереально получить, как только если вы поднимете уровень. Поэтому, пацаны, мой вам совет, начинайте играть стендов, поднимайте уровень, потому что с новой системой наград это будет великолепно. Поэтому, разработчики, я вас люблю, мои сладенькие. И да, вы не поверите, все эти новые эксклюзивные скины будут объединены в одну коллекцию под названием Standoff 2 Collection. Это новая эксклюзивная коллекция, которую нельзя будет купить, ее только можно будет заработать. Вы посмотрите на эту М16 снэпшутер. Какая же она крутая. Я хочу ее купить, я бы реально бы с ней играл. Вот я реально ради этой эмочки я подниму себе 50... Стоп, какой там уровень надо для нее? А, 50-й. Все, изи, уже поднял. И да, ребята, разработчики нам очень давно обещали добавить рамки для аватарок. И я не верю своим глазам, но походу они это выполнили. Потому что если вы будете играть стендов, если поднимете 55-й уровень, то вы получите бесплатную рамку для аватарки. У меня есть только один вопрос. А что если читаки будут при помощи софта поднимать себе 50 уровень за секунду? Они что, смогут получить все эти награды на халяву? Надеюсь, разработчики что-то с этим сделают. Хотите прикол? Когда я вам сказал то, что максимальный уровень 90, я был неправ, потому что максимального уровня нету. Вы посмотрите, что пишут разработчики. Мы снимаем ограничение на максимальный уровень аккаунта, теперь можно прокачиваться до бесконечности. И как я понимаю, если вы будете жестко задротить, у вас будут вот такие вот крутые рамки. То есть, если кто-то из вас поднимет 600 уровень, а я говорю вам сразу, никто, кроме читака, такой уровень поднять не сможет. Потому что поднять 600 уровень, это надо задротить с утра до ночи. Надо, чтобы у вас было 10 часов онлайн, как у Кента ПК. Это нереально. Но если вы случайно каким-либо образом поднимете 600 уровень, у вас будет такая блатная крутая рамка. Кстати, да, мне одному кажется, то, что рамка за 155 уровень гораздо хуже, чем рамка за 55 уровень. Блин, вообще какая-то лажа. Вот вы прямо сейчас, наверное, на все это смотрите и думаете только одно. Кента ПК, а какие же минусы всего этого? Есть один большой, жирный, такой же жирный, как я, минус. Знаете какой? То, что разработчики всем обнулят уровни. Даже мне. То есть я буду нулевым уровнем, нулина. Ребята, вы понимаете то, что не у всех есть время подниматься в стендофе. Так вот, специально для вас есть один очень классный вариант. Вы можете подняться на болдропе, потому что на болдропе выпадает топовый дроп. Плюс, по моему промику, вы получаете совершенно бесплатную голдишку. Прикиньте, как же это круто. Братан, вообще 0 рублей, ты с 0 рублей можешь подняться до ножа. Как это сделал я. И, кстати, да, ребята, если вы будете играть в режим сапер, то вы сможете заработать очень много голдишки. Все нужные ссылки снизу. Ну что же, леди и джентльмены, к вашему вниманию представляю новую медаль под названием Elite Gold. Что же это такое? Это новая медаль, она будет очень крутая, и она будет по качеству между золотой медалью и между платиновой медалью. Вы посмотрите, как она идеально сделана, и скажите мне честно, вы ее хотите? Я хочу очень сильно, поэтому я буду реально очень жестко задротить в этом году. Буду стараться поднимать себе миллиард уровней. Блин, я просто представляю, назову стрим, не закончу стрим, пока не поднимусь до 650 уровня. Чисто лет 20 буду стримить, наверное.
Также разработчики большие молодцы, потому что они добавили прогресс ветерана. Что же это означает? То есть многие новички не знают, на каком уровне и получают какую-либо медаль. Так вот, при помощи вот этой вот ерунды ты сможешь совершенно самостоятельно отследить, сколько тебе осталось уровней, чтобы получить ту или иную медаль. Это очень классно. И наконец-таки разработчики хоть что-то сделали, кроме Gold Pass'а и новой карты, и нового режима. Спасибо большое, Axel Wolf. Я вас люблю. Хотя бы раз жизни постарались. Ребята, вот на этом моменте поподробнее. Давайте просто почитаем вместе с вами. Более того, за каждую медаль, заработанную в 2023 году, вы будете получать уникальные награды, граффити и шилд. Пусть все увидят ваши достижения. Просто посмотрите на все это. То есть, как я понимаю, это будут все новые медали? Пацаны, чтобы вы понимали, Axel Wolf уже в открытую пишет, что не добавит в будущем обновлении, они уже даже ничего не скрывают, но самое интересное не это, самое интересное то, что они уже даже в открытую играют в новый режим, просто прикиньте, да, сейчас они все не в сети, и я уверен, мы не сможем посмотреть, какой у них был новый режим, но поверьте мне на слово, я видел то, что они играли в новогодний режим под названием «Безумный Санта», и прямо сейчас вам ставлю даже скриншот. И знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, то, что обновление уже очень-очень близко. То есть обновление может выйти просто в любую секунду, прямо сейчас. Поэтому, ребята, если вы ждете обнову, поставьте лайк, потому что я снимаю для вас видео в 3 часа ночи. Тут куча соседей, мне уже стучат по стенам. Но я, ребята, сниму видосик. Поэтому, пацаны, с вас лайк, с вас подписка, а мы идем дальше. Но знаете, что самое интересное? То, что режим «Безумный Санта», он уже был в прошлом году, и вы прямо сейчас его видите на ваших экранах. То есть разработчики в этом году добавят микс всех новогодних режимов за прошлые года. Поэтому, ребята, все, кто играет в Снов давно, по-любому поностальгируют, по-любому кайфанут от нового обновления. Поэтому, пацаны, если вы тоже ждете новые режимы так же само, как и я, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой режим вы ждете больше всего. Ну а прямо сейчас вам покажу одну очень крутую реализацию новогоднего обновления. Давайте смотреть. Первое, что я вижу, то что менюшка с вашим ником, с вашей аватаркой и с вашими рангами находится справа. Слева находятся новости и плюс все основные события. Давайте смотреть. Я вижу то, что подо мной листаются все новости. Но там, ребят, ничего интересного. О, добавят раздел достижения. Просто прикиньте, если это будет правда, то есть за то, что вы выполняете какие-то задания, вы получаете баллы. И потом, чем больше у вас баллов, то тем больше вы, например, сможете получить каких-то призов от Axel Wolf. Поэтому, уважаемые разработчики, если вы хотите, чтобы в вашу игру играли очень много, прям сдротили днями и ночами, добавьте такие прикольные достижения, и чтобы из этих достижений были награды. А, Axel Wolf, я знаю то, что вы это сделаете. Вы же умнички. Так, ребята, просто прикиньте, как же все это классно. Плюс, как мы видим, будет какой-то общий рейтинг по достижениям. Кто, например, выполнит достижение больше всего, тот будет на самом первом месте рейтинга. Он будет популярным, его все будут знать, все будут ему писать профиль и так далее. Так, ребята, смотрим дальше. Это, как я понимаю, Gold Pass. Это новогодний Gold Pass. Вы понимаете, насколько там круто? Я даже себя подвину, чтобы понимали. Блин, ребята, очень круто. Что? Это кастомизация скинов? О, ребят, смотрите, кастомизация, вау. То есть вы нажимаете на кастомизацию и выбираете, какой скин вы хотите, чтобы был у вашего персонажа. Это очень круто, давайте я себя подвину. И давайте внимательно посмотрим, как работает кастомизация. То есть мы сейчас видим, у него, грубо говоря, зеленая кофта. Теперь у него черная кофта и совершенно другие очки. Блин, ребята, это прям очень круто. Теперь вы спросите, Кента ПК, откуда же взять эти скины для кастомизации? Все очень просто. Вы их просто выбиваете с колеса удачи. Блин, это гениально. Axel Wolf, пожалуйста, добавьте кастомизацию персонажа. Я понимаю, что это концепт и так далее, но, блин, кастомизации персонажа реально не хватает. Что? Мы прямо сейчас поиграем в новый режим Gift Security? Так, ребята, давайте посмотрим, что это такое. Какая же классная графика. Это точно карта Rust? Не, стоп, это просто какой-то разнос. Что это? Везде снег? Как же это красиво. Я сейчас бы слепил снежок и засадил бы тик-таку. Вы сами знаете куда. Ох, ребята. Вот я смотрю это видео в 3 часа ночи, я вам скажу только одно. Ни секунды не жалею просмотренного, потому что это великолепно. Это идеально, какие сугробы. Я бы прям в них нырнул. Но если честно, Axel Wolf, очень круто, пожалуйста, сделайте все так же, то добавьте еще гирлянд и снег, чтобы он падал прямо сейчас. Вот прям я бегу чисто по карте, чтобы снег падал всегда. Ну что же, уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите лайк за мои старания, потому что мне очень трудно было снять это видео, но я это сделал. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. На мою инсту подпишитесь, там, пацаны, вся инфа с моей жизни, что я прям сейчас сделаю. Также на мою телегу, там будут раздачи промиков на халяву. Все, пацаны, всех обнял, поднял, всем удачи, всем пока.